Овны, сегодня лучше отмахиваться от неприятностей, так лучше и для настроения, и для реализации планов. Возможны недоразумения в сфере финансов. Получение денег потребует дополнительных отчетов. Тельцы, если вы будете надеяться на чудо, то оно обязательно случится, но только не в тех делах, где требуется точность и элементарная математика. Не вздумайте перекладывать свои обязанности на тех, кто опытнее. Близнецы. На горизонте может появиться человек, в которого вы верили как в себя. Это не обязательно глубокие чувства, возможно, дружба и духовное родство. Аккуратнее выражайте чувства и эмоции во время откровенного разговора. Раки. Звезды обещают стремительное развитие событий в материальной сфере. Если есть четкий план действий, то не отказывайтесь от него. Легкий роман может перерасти в серьезные отношения. Львы. Вам сегодня не стоит идти за теми, кто заманивает выгодными проектами или новой работой. Думайте головой, включайте интуицию. Не исключены проблемы со здоровьем. Вовремя обратитесь к врачу. Девы. Обстоятельства в рабочей и финансовой области у вас будут складываться так, как хотелось бы. Увы, вы чересчур жадны до всего, что преподносит судьба. Знайте меру, соблюдайте режим и строгую дистанцию. Весы. В этот день полезно провести время на свежем воздухе. Вечером ждет семейное застолье. Алкоголем не увлекайтесь. Противоречивая информация должна быть тщательно проверена. Скорпионы. Масса неприятных фактов ждет вас в этот день. Придется все перепроверять и доверять только себе. В любовных отношениях немало противоречий, но претензии к избраннику вполне обоснованы. Стрельцы. Гармоничный день ждет вас, но при определенных условиях. Чтобы работа ладилась и пришли деньги, нужно стать целеустремленнее. Поставили перед собой задачу, выполняйте и не озирайтесь по сторонам. Козероги. Звезды рекомендуют провести этот день так, чтобы на завтра ничего срочного не осталось. Возможны коммерческие предложения, одобрение резюме и собеседований. Водолей. Ясный ум и активные действия помогут решить личные проблемы. Не хватайтесь за подсказки окружающих, они вам не подходят. Благоприятно сложатся семейные мероприятия. Рыбы. Сегодня явным станет тайное, что придаст вам уверенности в настоящих делах. Не вздумайте из мухи раздувать слона, если решите поговорить с избранником. Ситуация может закончиться конфликтом.